Кажется, что со мной ничего не работает. Я вижу улучшение у окружающих меня людей, у соседей, а у меня же ничего. Вот сюда обратите свое внимание, вот сюда. Будьте добрым, будьте чувственным, старайтесь найти радость. Три эти элемента полностью изменят вашу судьбу. Создавайте тепло, как сказано в одной мантре. Сейчас я ее вспомню. Ом бурбува свахата цавитур вариньям баргоды васи димахидию на прочодаят. Так вот, она имеет другой перевод, но как бы эзотерический перевод имеет тоже, тайный перевод. Он звучит так: пусть огонь милосердия и тепла моего сердца так возгорится и будет греть тех людей, которые находятся рядом со мной. И этот огонь сожжет тех, кто хочет мне зла. Греет тех, кто рядом, и жжет тех, кто вокруг нас. Именно поэтому я все время говорю такие слова. Не дарите свою любовь окружающим людям. Вы можете ее проявлять, но не дарите энергетически. Почему? Возьмите уголек и бросьте его на ковер. Что будет с ковром? Сгорит. Именно поэтому, если вы любовь свою проявляете на других людей, вы делаете у них пожар. И этот пожар может уничтожить этих людей. Дарить любовь эзотерически, энергетически, это вредить другим людям, потому что вы бросаете в них угольками, а это неприятно. С другой стороны, нельзя сказать, что уголь, который горит в очаге, это плохо. Почему? Потому что на нем можно приготовить еду, сварить вкусную еду, он может быть обогревом. Поэтому дарите тем людям, которые вокруг вас. Они свое тепло и вы свое тепло объединяете. Почему нельзя влиять на людей? Что защищает человека? Любовь друг к другу. Что защищает человека? Семья, если она теплая, милосердная, с взаимоуважением. Что разрушает? Хитрость, ненависть, дерзость, малодушие, ложь, обман, хитрость, злость и плохие слова. То есть пошел ты, пошла сама. Вы хотите боли, у вас в семье будет боль. Неважно, как она проявится, в виде болезни ваших детей, либо в ваших неприятностях. Это рано или поздно 100% произойдет.